Итак, привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев. И, как не знаю, можно заметить, я немножко такой сонный, а все потому, что сегодня был стимул встать пораньше. Это поединок между мексиканцем Канело Альваресом и кубинцем Эрисланди Ларе. Учитывая, что за тем же самым футболом я не слежу, этот бой для меня один из самых ожидаемых спортивных событий лета. Поэтому очень его ждал, очень много о нем думал. И, конечно же, спешу с вами поделиться своим мнением о том, что предшествовало этому бою, что мы с вами увидели, какие в итоге очки получились, я, как всегда, тщательно все считал, и какие теперь итоги, перспективы у обоих бойцов. Значит, так как в рамках моего блога видео об этом бое практически не было, то есть я своим мнением делился в обзоре боев и ставок, но какого-то там более серьезного видео не было, на паре моментов я все-таки остановлюсь. Значит, поединок проходил в промежуточной весовой категории до 70,3 килограмма. Возникает уже вопрос, почему Альварес полноценно не перейдет в средний вес, если уже второй поединок подряд он действительно не может уложиться в суперполусредний. Ну, тут на самом деле все, прежде всего, как я считаю, зависит от того, с кем вообще он сможет встретиться. То есть титул как таковой его не интересует. Он как бы уже, несмотря на свой юный возраст, перешагнул через вот эту вот планку гнаться именно за поясами. Он становится pay-per-view звездой. А там, как мы знаем на примере Пакьяо и Майвезера, немножко имеют значение другие факторы. Прежде всего, соперник, с которым можно собрать хорошие просмотры в рамках pay-per-view шоу. А в среднем весе таких больших звезд нет, так как Мартинес проиграл. И есть как раз Котто, которого средневесом-то назвать все равно нельзя. И как раз для встречи с такого рода бойцами, то есть все еще возможен реванш с Майвезером, бой с Котто, лезть в полноценный средний вес, а потом изнурительно опять сгонять, потому что ни Майвезер, ни Котто не согласятся, я думаю, выступать в полноценном среднем весе. Думаю, именно поэтому Альварес пока что не спешит. Второй момент. То, что Альварес встретился с Ларой, это уже огромнейший ему плюс. Именно Канело звезда, именно его старательно делают таковым, в него вкладываются деньги. Лара это один из самых избегаемых бойцов суперполусреднего веса, с которым ни денег больших не заработать. Ярко выглядит практически невозможно в силу скользкого, очень неудобного стиля Лары. И в случае победы, каких-то, знаете, больших дивидендов, что тебе будет записывать, он же победил самого Лару. Такого тоже не будет. То есть то, что Альварес не стал его избегать и встретился, это всего лишь еще один огромный плюс молодому мексиканцу. Здесь примерно ситуация повторяется, как когда-то с Рональдом Уинки Райтом и Шейном Мозли. То есть Рональд Райт тогда уже был долго чемпионом, но все его избегали из-за его неудобного, незрелищного стиля. Шейн Мозли дал ему такой шанс, два раза проиграл и дал кусочек своей звездности Райту, после чего тот тоже стал звездой и получил много больших боев. У Лары действительно появился такой шанс, и за это он может благодарить только Сауля. Теперь давайте перейдем к бою. Самый главный момент, который я говорил, это очень хотелось, чтобы оба бойца выступили в своих лучших кондициях, показали свой лучший бой. То есть, чтобы Сауль не пытался боксировать, как он это пытался делать с Флойдом, потому что это не его. Чтобы Лара был максимально сфокусирован, а не был таким, каким он был, допустим, с Ангула, когда он застаивался, когда он два раза был в нокдаунах, хотя Ангула там в подметке не годится Альваресу. И я считаю, что в этом поединке мы увидели лучшие версии обоих бойцов. Да, бой может быть
выдался не очень зрелищным, но я, если честно, и не надеялся на это, потому что, ну, с Ларой это было бы очень сложно, потому что его лучший бокс — это постоянные передвижения, это, ну, велосипед, бегунок, то, что очень многие не любят, я тоже в том числе, но мне действительно было интересно, каков будет Сауль с таким неудобным бойцом. И Сауль, черт побери, был хорош. Во-первых, не оправдались опасения многих, что Альварес будет измотан с гонкой веса. Его хватило на все 12 раундов. На все 12 раундов достаточно с большим количеством передвижений, хотя ударов было не супер много. Но он не выдохся. И про Лару он показал свой лучший бокс, но ничего сверхъестественного. То есть хорошие передвижения, он не дал по себе плотно попасть. Он иногда очень удачно контратаковал, но он не прыгнул выше головы и не поставил, допустим, Альваресу каких-то нерешимых задач. А с таким боксом, ну, Лару легко было ограбить, потому что я вчера, допустим, пересмотрел поединок Лара-Пол Уильямс. Пол Уильямс там, несмотря на то, что когда-то это был мой, ну, один из любимых бойцов, я по справедливости отдал Уильямсу там, ну, 3, ну, 4 раунда. То есть 116-112 в пользу Лары. В итоге, в лучшем случае, он получил ничью. А здесь не то, что Лара выступил хуже, а Альварес действительно был хорош. Может быть, он выглядел не очень зрелищно, не был суперэффективен, но он действительно переработал своего соперника. Он четко отрезал пространство для Лары, то есть мне действительно нравилось то, как Лара бегает по канатам, но Альварес четко резал углы, запирал несколько раз Лару у канатов, в углу ринга, и ну, практически с самого начала, с раунда 3-4, понял, что нужно мощно работать по корпусу, чтобы стараться замедлить этого бегунка. Если честно, сложилось впечатление, что на Лару это все не действует, потому что он продолжал хорошо бегать. Но в 9-м раунде я действительно увидел, что не зря Сауль это делал, и Лара действительно замедлился. И у Лары ноги такие, знаете, как пружинки, то есть он двигается такими, так тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, так классно работают ноги. И в 9-м раунде я действительно заметил, что в одном из эпизодов он начинает вот так вот, такими маленькими скачками передвигаться, и тут, ну, то ли какая-то, ну, как тяжесть в ногах, и он не может действительно и не хочет так двигаться, потому что он устал, то есть Сауль своего добился. Плюс, пусть ни один, ни другой плотно друг по другу не попали, но Сауль был активнее, он выкинул забой где-то на 100 ударов больше и значительно превзошел Лару в попадании в силовых ударов. По общему количеству ударов Лара чуть-чуть впереди, но за счет джеба, ну, понимаете, когда Лара очень быстро перемещается и выбрасывает вот этот вот супербыстрый джеб, это особо не смотрится, а когда Сауль вот в этот, вот, знаете, как танк такой подходит, и врабатывается в корпус прям такими размашистыми мощными ударами, когда эти шлепки действительно слышны. Это смотрится. После таких эпизодов хочется отдать Альваресу раунд. Что касается моего подсчета очков. У меня он вышел совсем другим, нежели у независимого рефери на шоу-тайме. Я и раунды как-то по-другому отдавал, и расклад у меня немножко был иной. И здесь все-таки почему то или иное мнение может быть в зависимости от того, чего вы хотите. Хорошая защита, хорошее передвижение и точность. Тогда я не удивлюсь, если вы отдавали больше раундов Ларе. Я все-таки ценил вот эту вот мощь в ударах и количество ударов, именно силовых. А здесь Сауль был куда, ну, куда убедительней. Как итог, у меня получилось 116-112 в пользу Альвареса. Кому интересно, вот можете посмотреть, каким образом распределялись у меня раунды. Сауль победил, на мой взгляд, действительно, может быть, не разгромно, но уверенно. В реванше смысла нет. Потому что, ну, смотреть еще один
такой напряженный, но достаточно скучный бой я, если честно, бы не хотел. Кроме того, у обоих бойцов, на мой взгляд, отличные перспективы. Значит, по Ларе. Он получил большой бой, он хорошо себя показал, он заработал хорошие деньги. У него остался титул, потому что бой проходил немножко выше суперпола среднего веса, и титул остался у Лары. Таким образом, я думаю, он еще получит достаточно неплохие бои. И лично я, ну, я, если честно, сейчас буду рассуждать не с точки зрения, у кого какой промоутер, у кого какой телеканал, чего бы я действительно хотел. В рамках суперполусреднего веса я бы хотел увидеть Лару с Карлсом Малиной. У них, тем более, есть должок, ничья в первых поединке. У каждого по титулу, по-моему, отличный бой. Хоть он будет и не очень, ну не то, что не очень, по-любому будет не очень зрелищный, но зато с точки зрения именно спортивной составляющей, реванш, объединение титулов, отличный вариант. Что касается Сауля, Оскар заранее уже заявил, что два кандидата основных – это Кингланд и это Котта. И, безусловно, хочется увидеть бой Канело Котта. И мы как раз возвращаемся к тому, почему Альварес не спешит переходить в средний вес. Вот он, Котта, его бой с Мартинесом проходил, по-моему, да, в промежуточном весе, и Котта там весил 70,3 килограмма на взвешивании. Это как раз именно столько, сколько весил Канело на взвешивании. То есть, я думаю, также будет промежуточная весовая категория, и на кону будет стоять титул в среднем весе, то есть Альварес будет уже претендовать на чемпионство во второй весовой категории для себя, что не супер важно, но все-таки и немало важно. Регалии себе все-таки нужно добавлять и с точки зрения спорта, а не только с точки зрения, сколько ты зарабатываешь денег. Именно этот бой хочется посмотреть. Если он будет, однозначно позже поговорим, как и что. Скорее всего, будет выпуск, но пока еще рано об этом говорить. Если не будет боя с Котта, только тогда Кингланд, потому что Котта все-таки, знаете, такая звезда, которая, ну, много хочет. Это еще было видно по бою с Мартинесом. Поэтому могут, конечно, не договориться. Но надеюсь все-таки этому бою быть. Пожалуй, я сказал все, что хотел. Интересно услышать ваше мнение, потому что я понимаю, что здесь действительно возможна полемика. Я уже посмотрел, что пишут у меня в группах, что пишут на Улбоксинге. Многие считают, что Лару обокрали. Я так, как вы поняли, не считаю. Пообсуждаем. До новых встреч!